Три дня назад папа купил концертину. Я уже составил схему и знаю, где какие ноты и как их играть. Скоро, наверное, все будут танцевать под мою музыку степ. А сейчас я вам сыграю две мелодии. Одна русская народная песня «Как под горкой под горой», а другую я сам придумал. Учиться, но концертина станцевать со степом, да. будем. Ну только купили третий день, что тут, разберемся. Я-то взял на перспективу, что сами поймем, или где-нибудь ноты возьмем. Чистушкам хорошо петь их, знаешь, Шуров, да. Шуров Рыконин там или какие пели-то, пиццы, вот мы такие. Да. Давай.